просьбам жителей в Успенской администрации относятся с уважением. О чем свидетельствует история турнира по настольному теннису. 11 июля мы проводили турнир по пляжному волейболу. И после проведения этого мероприятия общественность обратилась к главе с просьбой провести турнир по настольному теннису. Эта инициатива была подхвачена главой, дал соответствующее поручение. Вот, и буквально вот за короткие сроки совместно с организатором, с Екатериной Зайцевой, мы подготовили вот такое мероприятие, приурочили его к дню российского флага, который сегодня отмечается. Мы вас поздравляем всех с этим праздником. И вот этот праздник состоялся. Наш турнир проходит на территории нашего поселения в первый раз. Принимают участие более 30 человек. Точную цифру можно посмотреть в наших турнирных таблицах. Принимают участие не только спортсмены из нашего поселения, хотя, конечно, их большинство, но очень приятно, что приехали спортсмены из Ершовского поселения, Чистцы, Горки Вторые участвуют у нас сегодня. Возрастная категория наших спортсменов тоже, как вы видите, очень разная. Совсем молодые есть у нас спортсмены, которым 17-18 лет. Также есть у нас и тем, кому больше 60 лет, что очень приятно, и они, так сказать, соревнуются наравне с молодежью. Любителей посоревноваться в легкости, быстроте реакции собралось около 30 человек. Надежда Пантелеева 10 августа отметила 70-летие и приехала на турнир на скутере. Теннис она называет третьей страстью после машины и любимой собаки. Теннисом я как бы занимаюсь непрофессионально, но играю уже больше 20 лет. Вот, и пришел сегодня постоять за честь своего поселка. Главное участие, а о месте я как бы не думал. Павел в паре с Александром Анисимовым занял третье место, как и Надежда Пантелеева, а кубок победителя уехал в Ершово. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».